Брестский научно-технологический парк не первый раз становится площадкой для проведения различных конкурсов. Что неудивительно, это территория, где и должны зарождаться и успешно функционировать передовые идеи. Накануне проверку на актуальность, реализуемость и современность проходила очередная порция таких проектов. В Бресте состоялся региональный финал конкурса предпринимательских идей. Мы смотрим в первую очередь на реализуемость проекта, на то, что это должна быть не мечта, которую вот хочу, это должен быть проект, который действительно можно сделать, его действительно можно привести в жизнь, и поскольку мы все-таки бизнес-школа, он может превратиться в бизнес. Мероприятие проводится в городе над Бугом не в первый раз. Как отмечают организаторы, со временем меняется структура проектов участников. Их отличает более взвешенный и продуманный подход, а также разнообразие тем. Если раньше превалировала IT-сфера, то сегодня разговор идет и о других направлениях, к примеру, сельском хозяйстве и спорте. Проект я представляю «Я расту со спортом». Проект направленный на социализацию через единоборство трудных подростков, состоящих в инспекциях по делам несовершеннолетних, на учетах детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Есть уже шаги реализации. На данный момент мы уже открыли зал в городе Бресте. Сейчас мы подготавливаем современную площадку, аналогов которой в Республике Беларусь нету. Открытие планируем в этом году на 1 сентября. Как бы в рамках этого проекта мы планируем открытие и ищем средства на открытие зала единоборств именно в Брестском регионе. В рамках мероприятия у участников была возможность пообщаться с представителями бизнеса, как крупного и твердо стоящего на ногах, так и того, что еще совсем недавно был в числе стартапов. Задать вопросы можно было и конкурсантам прошлых лет. Последние, к слову, считают участие в соревновании хорошим опытом, ступенькой на пути к успеху. Хочу сказать, что конкурс – это эмоции, знания и знакомства, которые бесценны. После участия в конкурсе я продолжила посещать различные встречи бизнес-школы ИПМ в рамках таких проектов, как Smart TV и «Свои люди». Теперь я менеджер Брестского регионального представительства бизнес-школы ИПМ. Лучшие проекты представители Брещины будут отстаивать честь региона, а также искать инвесторов и партнеров в рамках республиканского финала конкурса предпринимательских идей. Состоится мероприятие уже совсем скоро, в конце текущей недели в Минске.